Всем привет! Сделала небольшую первую партию кожаных ручек. Давно хотела сделать. Сейчас понесу их в магазин. Договорилась сдать на реализацию. Поэтому пока сделала разные, на пробу, понемножку. Буквально так хочу опробовать эту идею. Вот, есть штучные, а есть парные. Мне посоветовали сразу делать парные, но ну, какие были у меня лоскуты кожи, я, конечно, пока с тех сделала. Дальше посмотрим, понравится, и если покупателям, если будет спрос, то я еще поделаю. Вот такие вот ручечки. Я их сейчас положила с клепочками, чтобы видеть, как будет выглядеть крепление на них. Очень простые в сборке, привинчиваются, прикручиваются. Плоские, это с прошивкой, без прошивки. То есть их можно использовать на органайзерах, на каких-то выдвижных ящиках, на комодах, на мебельные ручки. Просто мебельные ручки заменить или на дверь поставить. Вот, ну, сам, в общем, самое разное применение в быту. Вот. Обычно используют ручки-петли. Я попробовала сделать такие вот прямые. Все, сейчас понесу в магазин.